Количество женщин-офицеров в Израиле увеличится на 50% в ближайшие 5 лет. Об этом сообщил начальник генштаба Цахала Авив Кахави. Приказ был приурочен к Международному женскому дню. Кахави назначил несколько женщин на руководящие должности в то время, когда возглавлял вооруженные силы. Однако за более чем 2 года работы начальником штаба он не повысил ни одной женщины до звания генерал-майора и только одну повысил до звания бригадного генерала.